Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. Самые интересные события шоу-бизнеса прямо сейчас в этом выпуске. News Time. Потап и Настя начали сольную карьеру. После объявления о прекращении совместной деятельности, Настя Каменских сняла клип «Это моя ночь», а Потап записал сольный альбом. Расставание артистов прошло без конфликтов. News Time. Майкл Джексон возглавил список Forbes. Король поп-музыки в пятый раз оказался самым богатым из покойных знаменитостей. Имя Майкла Джексона за последний год принесло наследникам 75 миллионов долларов. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем. Прямо сейчас сюжет дня. News Time. Ани Лорак простилась со своим бывшим, причем в нескольких разных образах. Таким стал сюжет драматичного клипа «Новый бывший». Когда люди понимают, что они не могут быть вместе, ну по каким-то причинам, ну так случилось. Целые сутки без перерыва на сон звезда играла самых разных героинь своего клипа. Как мне режиссер всегда говорил, у нас фэшн-страдания. Я впервые ощутила, что такое фэшн-страдание. Это когда ты целый день на шпильках. При этом такая, ты должна спинку держать, живот втянуть. Так что женщинам всего мира будут близки страдания певицы не только на съемках, но и в конечной работе. Нет ни единой женщины, которая бы не чувствовала на себе значение этих слов. News Time. Друзья, на сегодня все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.